холодно и грязно. Какое-то ухо не предназначенное для карандашей. Господи, рулетка, рулетка, это рулетка, помню. Так вышло, что друг детства на всю жизнь. Это ваша мотивация для нас. Всем привет, чуваки! Вы смотрите ежедневные влоги Game with Man. Сегодня у нас среда, хотя всю неделю уже, все эти три дня этой недели, мне кажется, что на самом деле следующий день недели. Типа в понедельник казалось, что вторник, типа в среду кажется, что четверг, типа воскресенье, мне не казалось, что воскресенье, понедельник. Короче, ребят, сейчас буду вешать вот этот вот уголок, третий уголок, который будет страховать гордину от прогиба. Сейчас покажу, в чем проблема. Короче, вот наша гординушка. Вытянута на всю длину этой телескопической штанги. И здесь, вот в этом моменте, в середине, она как бы прогибается. И вот сюда-то я и запилю этот уголок. В лучших традициях DIY. Что нам для этого понадобится? Перфоратор, отвертка, молоток, сам уголок, дюбеля самореза, там хер как знает их называть, забыл. Господи, рулетка, это рулетка, помню. А еще у меня есть карандаш, который очень плохо держится за ухом, почему-то он прям сваливается у меня, и какое-то ухо не предназначенное для карандашей. Поехали. Пришло время дюбелей. Как сказал бы Руслан Усачев, пам-пам. Ну вот теперь лучше. Почему в спешке так делал? Вот сегодня нужно было доделать, потому что перфоратор надо уже отдавать родительным родителям. Мы, собственно говоря, сейчас этим и займемся. Сейчас переодевашечки и отправляшечки. Отведали только что пирог. Алиска сегодня делала тыквенный суп. И пирог, у которого основа, то есть такой классический пирог, типа корзинка из теста, но тесто было без муки, там чуть-чуть муки, и в основном типа тыква и картошка. И прикольно, то есть это коржик из тыквы и картошки. И внутри тоже там типа помидоры, тофу, что там еще, я все не помню, короче, я только что покушали, классно. Ребят, Ваня долетел, он уже в Омске, все в зиме, говорит, холодно. Как он написал, еду по Ленина. Холодно и грязно. Ваня, если смотришь влог, ну ты в курсе, да? Наша кровать всегда готова принять тебя. Сейчас постараюсь кратко рассказать историю нашего знакомства с Ванькой. Короче, в 8 классе мы жили, когда я был в 8 классе, жили на Учебной 185 за цирком. Переехали в Нефтяники на Нефтезаводскую 30Б. Переехали мы туда, и, в общем-то, это был конец 8 класса, по-моему, что-то типа того, весна, я ездил в 145-ю школу учиться, и выходил во двор, была баскетбольная площадка, до этого ни в одном дворе, где мы жили, а мы с родителями много где жили, не было баскетбольных площадок, там была, я вышел, мяч был у нас, купили, начал кидать, вышел Ванька, такой, давай вместе, типа, покидаем, начали кидать, и, в общем-то, познакомились, вот так вот у него в нашем доме... Одна бабушка жила, в другом доме другая бабушка жила, вот в соседнем, вот. Так зазнакомились, начали общаться, и так вышло, что друг детства на всю жизнь. Катика. Спишь? Лохастик. А там тёплый. Ага. Поиграть захотела? Давай опять. Дай лапу. Ну не кусает. Инстаграм сегодня выложил фотографию, где мы с Алиской сидим на пристани, на этом причале заброшенном, нас Ванька сфоткал сзади. Написал небольшой пост даже, это, наверное, самый большой мой пост в Инстаграме, вот, о канале, о развитии, о подписчиках.
И безумно, безумно приятно было почитать сейчас все ваши комментарии под этим постом. Прям правда. Это вот это ваша мотивация для нас. Когда пишете такие добрые, приятные слова. Всем спасибо, кто пишет, как-то оценивает, в общем, активничает, потому что обратная связь, она очень важна для нас. Это реально для нас какое-то как топливо для большого нашего двигателя под названием «Кэмбрисмен». Починил, так сказать, шторы, надо бы и сняться на их фоне. Короче, давно-давно уже ничего не выкладывал на Grumble Mic. Ну, обязательно возьму себя в руки и сделаю. А сейчас хочу спеть один куплетик из песни Walking Dead. Потому что я смотрю «Бойтесь ходячих мертвецов», в то время как Алиска смотрит свой сериал. Слушайте, у нас погода сегодня вообще поменялась так по сравнению вот с этой последней неделей. Ваня, если ты вдруг опять-таки смотришь, то, чувак, тебе дико повезло, что эти 7 дней были, ну или там 8 дней, сколько, они были солнечные, теплые, даже жаркие местами. Да. Потому что сегодня прям бах и осень. Я даже в этой, в безрукавочке красной обратно от Алискиных родителей ехал, потому что как раз она была у них. Короче, сейчас будем пить чаек. Смотреть, каждый смотрит сегодня у нас свой сериал. Алиса все засела на... Оранжевый хит сезона. У меня мышцы эти болят. Да, вообще, после вчерашнего, реально, вот эти вот заключицы, да. Мышцы, как они там называются, не помню. Не знаю, шея, вот эти вот... Пресс, низ. Пресс, у меня да, косые он... низ. Да, и спина. Все знаете, что, и вот икры, только в самом низу икры, совсем слегка. Не, у меня икры не болят. Еще уши. А еще толстый много. Нет, а ноздря немножко. Мне сегодня приснилось, да, палец только болит. Мне приснилось, что шарик от моей сережки попал мне в ухо, прикиньте. А спал я в берушек, потому что сегодня тут неразбериха с соседями была. У них, видимо, праздник какой-то был, тут шумели, мы одели беруши. А мне приснилось, что шарик упал в ухо, я просыпаюсь, такой вот так вот начинаю делать, потому что думаю, сейчас шарик выпадет. Потом понимаю, такой пальцем, а, черт, это же беруши. Вытаскиваю беруши, в итоге еще и пересрался, снял сережки, утром просыпаюсь, сережки на полу лежат. Такой вообще. Классический приступ лунатизма. Ну только это такой реалистичный лунатизм, ну, реально. Абсолютно реалистичный он. Ну, это да. Потому что воображение пашет, воображалочка работает как следует. Сейчас представил, вообразил себя актером. Вот так. Это наше рабочее место теперь. Но еще не доделанное на конце. Ну да, да, да. Это все будет, конечно, облагораживаться. Об уютеризацию надо произвести, комфортабилизацию. И все будет ништяк. Повесим полочки. Уже прям хочется какой-нибудь лонгборд купить, повесить. Сегодня Алиска сказала, этот электрогитару сюда повешу, нужно только в какой-нибудь мусторку или куда-то загонять. Там Beats Music куда-то. Короче, вот эту штуку. Вот эту штуку? Да. Вот. И будет круто, будет круто. Будет... Картины какие? Да, да. Ладно, ребята, это все будет в ближайшее время, не знаю, когда. Да.
Подписывайтесь на канал, жмите большой палец вверх. Увидимся с вами завтра. Завтра культурный четверг. Сможем сейчас пообещать завтра культурно куда-то выбраться? Да. В новое место? Да. Да? Да. Два варианта у меня. Я сейчас скажу попозже. Окей. Ну, мы вам обещаем завтра свежее место. Так что не пропустите. Покеда! Тю! Короче, я тут такой сериал смотрю. А ты? А чё? А я? А ты? Hi, my name is Michael. I watch the Fight Club and many different pictures. You have embarrassing nights, haven't rehearsed twice, and here has got some beaches.